проводит учения, сосредоточила группировку большую. А разве Украина не сосредоточила? Те же самые 100 или 125 тысяч человек на Донбассе там сосредоточены. Дважды же пытались военным путем там решить вопрос Донбасса. И не скрывали это. Использовали технику, авиацию. А кто нам даст гарантии, что этого не будет? Значит, тоже законный вопрос с нашей стороны.